наступает бульончик. Зробим зажарочку з лучка і морковочки. Так, все, отправляем наши крылышки вариться в бульончике. Я чего так много отвариваю? Я хочу крылышки проварить, а потом сделать в панировочке, крылышки в панировке. Я очень люблю, когда они отваренные, чтобы их быстренько во фритюрчик, чих-пых, и оно уже было все готово. Так, посылаем наш лучок. Что-то печечка у меня еще трошки слабенько горить. Так, не сюда, сюда. Приезжал сегодня почтальон. Так, что там мои кони едят? Вот, опять приезжал почтальон. Вот, ну, уже, видимо, приезжал, кстати, новый почтальон. Уже, видимо, ему рассказали. Вот, но приехал такой же красивый, как и полицейские. Молоденький хлопчик, но видно, его уже предупредили, что тут он у меня спросил, корреспонденцию он мне не отдал. Да вот он спросил какую-то Габриэлу, я не знаю, где там та Габриэла. Запассировался лучок, теперь я добавлю морковочку. Вот, я не люблю, чтобы оно сильно было зажаренное. Вот, и скажем так. Так, давайте значит, так как у нас сегодня суп будет необычный, значит, название этому супу я прошу придумать вас, мои дорогие друзья. Ну, так как я вот это ж всего набрал, и капелетти, и лапшичку домашнюю, и спагетти, и вот эти вот такие, вот такой вот, такие вот овощи, куриные крылышки. Вот так, вот уже сейчас вот закипят крылышки, снимем накипь. Вот, и теперь вот я трошки, знаете, как я люблю, я добавлю чуть-чуть вот приправки, вот сразу уже, вот итальянская кухня, в общем, короче, украинско-российский, итальянский, короче, международный супчик. Вот так, возьму вот такой вот кусочек вот этого вот бульончика, малесенький. Я его так, раз это самое, так, салфеточка, где моя, вот, так что, вот это вот, придумайте, пожалуйста, друзьяки, название, так, моему придумайте название моему супу, как он будет называться. Поковыряем немножко, чтобы огонек разгорался хороший, чтобы побыстрее сварился бульончик. Бо Ира скоро приедет, будем обедать. Так, вот закипел наш бульончик. Вот я снял с него накипь. Так, теперь, значит, по приказу мамы лучок мы убираем. Так, ну, лаврушечку оставляем. Так, и закидываем картошечку. А я пока все это будет готовиться, я вам сказал, что, значит, вот эта Ирина вот так использует на капелетти лимоны, вот эту шкурку ободрала, и все, и выбрасывает. Значит, я по старому рецепту бабушки Гали, вот, прабабушки моего сына, вот, значит, сейчас нарежу лимончик. Так как всем советую, ну, во-первых,
Это очень полезно. В нем много витамина С. Вот, и сейчас зимний период, чтобы вот этой, вот это когда оно вроде ж и нож нормальный. Вот, зимний период, когда мало витаминов, ходят всякие вот эти простуды. Значит, очень классный рецепт. Вы можете добавлять, вы можете делать как угодно. Но я очень любил этот напиток лимонти, как Галя его называла. Вот, значит, вот это она нарезала этот лимончик. Вот сейчас вот так вот я его слаживаю и пересыпаю сахарочком. И потом вот его в холодильничек. Вот, можете щейком, можете сделать просто в баночку, закипятить водичку и сделать из такого вот прекрасный лимонный напиток. Так, что там у нас с супиком? Так, закипел супик, значит, бросаем теперь вот эту овощную смесь. Так, и следом, значит, добавляем еще один для вкуса бульончик, один кубичек. Вот, и бульончик наш варится. Вот, посмотрите, какая. Так, давайте, девочки, мальчики, думаем над тем, как будет называться наш суп. Так, значит, кто придумает самое классное название, тому приз от меня. Ой, вчера, это самое, знаете, не могу. Вчера пересмотрел еще раз. Уже выставили, я не знаю, если не забуду, дам вам ссылку. Вот, выставили, сделали такое фан-видео, тот самый концерт. Посмотрел еще раз, несколько раз, вот интервью, вот этот репортажи по ОРТ, с каким триумфальным успехом идет вот этот вот фильм «Алкин». Вот, конечно, молодец. Вот, «Алусик, подольше живи». Ох, так, все, один лимончик улетел. Звезда. А, кстати, меня просил Серега разноцветные огни, отголоски наших праздников. Я нанизываю дни свои на ниточку судьбы. Как прекрасны эти дни, как прекрасны те мгновения, возьми себе все, что нам нельзя забыть. Возьми себе все, что нам нельзя забыть. Мало-помалу меркнет небесный свет, мало-помалу праздник пойдет на спад. Я опоздала встретить с тобой рассвет. Может, успею встретить с вами, ребятки, друзья, у меня на канале закат. Ты на чашечке весов положи свои желания, и увидишь, перевесит там желание любить. Нам с вами надо быть, пусть недолго, но счастливыми. Давайте возьмем
Все, что нам нельзя забыть. Серега, дар, это было для тебя. Так, трошки, ну, не мог не вставить песню. Так, бульончик кипит, уже картошечка варится. Так, и у нас готова наша зажарочка. Значит, мы сейчас ее плавненько отправим сюда в супчик. Так, ну, чтоб добру не пропадать. Так, возьмем Аполлонничек. И вот это так я люблю вот эти все остатки. Тут же оливковое маслечко. Так, все, отправили туда нашу зажарочку. И сейчас вот буквально чуть-чуть и будем забрасывать всякие наши разности. Так, заканчиваем с нашим витамином. Баночка витаминная. Так, болеть не будем. Так, вот хорошо, обильно засыпали сахарочком. Вот, смотрите, друзья, вот такая получилась у нас красота. Все, и сейчас вот это все мы плавненько перемешаем и отправим в холодильничек. Так, все. Так. Так, ну что, приступаем. Значит, наши каппелетти энд броддо, наша домашняя лапшичка. Так, ну, лапшичку, наверное, надо чуть-чуть ее. Так, где наш есть ножичек? Угу. Так, лапшичку мы, наверное, немножко порежем вот таким вот образом. Так, все, друзьяки, забрасываем наши каппелетти. Так, нашу лапшичку. Так, да, к нашей каппелетти, нашу, ох, так, что-то мимо. Так, и вот уже смотрите, вот наш супик принимает вот такую вот консистенцию. Наш супец. Ой, какой Гарик молодец. Ой, молодец. Так, ну и в самом конце добавим, так как у меня свежей зелени нема, чи нету, чи нема, чи как его сказать правильно. Так, и вот так вот закрываем. И вуаля, суп почти готов. Так, ну еще будет небольшое включение. Я не могу без чуточку добавлю, немножечко добавлю томатной пасточки, как бы помидорчика для кислоты, для вкуса. И вот смотрите, какой у нас получается шедевр. Так, все, девчонки, мальчишки, давайте придумываем название моему супцу. Супец Гарик все-таки молодец. Так, ну и в финале, как я вам говорил, присыпаю зеленюшкой. Зеленюшечка, петрушечка. Не поел петрушки, не ходи подружке. Так что надо есть петрушку, чтобы ходить к подружке. Дяки. Ну, в общем, вот смотрите, вот такой вот получился у меня супик с крылышками. Но мукбанг делать не буду, но ложечку с вами. Боже, какая прелесть. Так, капелетюшечки. Все, всем приятного аппетита. Кто говорили, что больше варил, не показал. Ну вот, но теперь не могу.
не могу не показать. Ой, как же его ухватить, горячий. Так. Класс. Все, всем приятного аппетита. Пишем название моему супу. Пока-пока.